Согласно сегодняшнему решению исполкома, с завтрашнего дня все сотрудники опорных медицинских учреждений, которые задействованы в борьбе с вирусом, это COVID-19, будут ездить бесплатно в электротранспорте. Будут выданы удостоверения в форме специальной, их уже начали выдавать по этим опорным больницам, они уже там, и я думаю, с завтрашнего дня все медицинские сотрудники будут обеспечены этими удостоверениями.